Во вторник в Самарской области пасмурно, дождь, станет прохладнее, плюс 16, плюс 18 градусов днем, ночью 12-14 выше 0. Ветер юго-западный, 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 20, ночью 14 выше 0, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, продолжительный дождь, днем плюс 18, ночью плюс 13 градусов, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 16, ночью 12 с плюсом, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%, геомагнитное поле слабо возмущенное.